Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и интернет-проект Faberlic Online. В этом видео я покажу вам, как забирать привилегии за то, что вы VIP-консультант с уровня VIP-9. Итак, давайте же с вами пройдем в личный кабинет для начала и увидим с вами вот такую вот такой вот раздельчик, да, и в этом раздельчике нам пишут, что ваш VIP-стаж 44 периода, да, также этот VIP-стаж отображается в сообществе, что очень удобно. Далее, значит, что мы достигли уровня 4, и для достижения следующего уровня, сколько периодов по 100 баллов осталось сделать. И тут же вот есть VIP-привилегии, подробные условия. Давайте их откроем и почитаем с вами. Вот, значит, мы пришли с вами в раздел VIP-привилегии, и тут нам пишут, что уровень первый – это то, что компания под вас будет регистрировать людей, 70% скидка на любой продукт от черной цены и 50% скидка на 10 любых пробников, суммарно их будет штук 50. Далее, уровень второй – это 3 периода подряд мы делаем ЛО 100 баллов без перерыва. Это получается, что все привилегии первого уровня плюс 10% объемная скидочка, которая приходит вам на все баллы свыше 100, на ваш расчетный, как вам даже сказать, на ваш счет консультанта, и этими деньгами вы можете расплачиваться за заказ. Вот, то есть это не скидка цены каталога, это объемная скидка, это деньги, которые вам будут выплачивать. Далее, уровень 3, это 9 периодов подряд вы выполняете 100 баллов личного оборота и более. И, конечно же, все привилегии предыдущих уровней суммируются. Значит, и вот самое главное, вот эта вот фишечка, ради которой мы сейчас с вами собрались в этом видео, это возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам. Не более 50 штук на один регистрационный номер. Вот, я сейчас на данный момент 18, простите, периодов подряд выполняю более 100 баллов, да, то есть от 18 до 50, это уровень 4. У меня тут добавлены все привилегии предыдущих уровней, а плюс 70% скидка на один продукт действующего каталога от черной цены. То есть у меня сейчас скидка на 2 продукта от черной цены. Вот, в принципе, и все. И в дальнейшем я уже буду серебряным веб-консультантом, очень этого жду. Ну что ж, давайте же с вами что-нибудь добавим в корзину. Можно добавить через флеш-каталог, заказ по артикулу, заказ услуг и так далее. Вот, я зайду в акции для бизнеса, где-то там был блокнот, все его вечно просят, и я сейчас его посмотрю. Ну, скорее всего, надо сделать по умолчанию по цене. Отсортирую и добавлю. Ага, вот он наш любимый блокнотик. Нажму обязательно его купить. И когда уже я добавляю его в корзину, у меня появляется кнопочка «Перейти в корзину», и я появляюсь на втором шаге заказа в разделе «Промо-акции». Да? То есть вот тут у меня ежедневник и набор резинок. Ну что ж, пойдемте с вами в промо-акции. Что мы тут видим? Во-первых, нам предлагают каталоги, мы их можем взять, можем от них отказаться, как нам хочется, да, то есть вот можно так убавить, можно на корзиночку нажать, да, далее, значит, акции каталога, да, то есть тут идет скидка по купону, как вы видите, вот тут вот именно надо забирать скидочки по купону, и все-все-все скидки, которые идут, бонусы за покупку, да, наши любимые коварные бонусы за покупку, которые могут прийти очень дорого. Далее, значит, акции консультанта, набор новинок для владельцев и пунктов выдачи со скидкой. Вот. Это у меня есть свой пункт выдачи, и мне предлагается вот это вот, да. Далее, значит, акции распродаж, ну, тут обычно Денос, да, то есть очень много чего бывает, вот. Далее, значит, печатная продукция, это каталоги, да, то есть эти разделчики открываются, а также забираются, как вам хочется. Далее, значит, и вот оно, промо для VIP-консультантов. И так как компания была
19, и вот они идут новинки для VIP-консультантов, да? Значит, если я открываю 19-ю компанию, я могу, да, то есть оно будет долго грузиться, поэтому я поставлю пока видео на паузу, а тут будет 4 окошечка, где мы с вами будем все и выбирать, даже 5. Вот как я вам и рассказывала, что я могу взять 2 продукта с 70% скидкой. Конечно же, сейчас я возьму что-нибудь из серии Platinum, потому что я просто обожаю эту серию. И за такие копейки, ну, грех ее не взять. Крем для шеи и декольте у меня есть. Я обязательно возьму восстанавливающий ночной крем и лифтинг, и очищающее, увлажняющее молочко серии Platinum обязательно возьму. Да, вот они добавились. Иногда немножко висит. А вот, потому что список, выбор, он просто огромен. Тут огромное количество всего, что вы можете взять. Очень много, немножко мигает, тормозит. Вот, это список номер один. Во втором списке я могу взять каталоги. Столько, сколько мне нужно. Понятно, что я возьму 10 каталогов с 50% скидкой. Далее, то есть компания Faberlic очень сильно поддерживает VIP-консультантов. Как вы видите, я могу взять любой пробник парфюмерной, туалетной воды. Вот, я, конечно же, возьму вот эти вот пробнички 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот они добавились. И сейчас мы с вами идем в следующий раздел, в четвертый. Это уже у нас с вами идут... То есть я сейчас могу выбрать 10 любых пробников косметики для дома. Да, то есть сверху я уже брала, я сейчас возьму снизу. Их я очень люблю дарить на агентском пункте тем, кто, допустим, заказывает только косметику. Да? Я дарю еще косметику для дома. Далее я также могу взять 10 пробников любых помад. Также могу взять 10 пробников любых кремов для лица. Ну, тут их, в принципе, немного, поэтому их можно взять по 2, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И заключительный раздел – это пробники кондиционеров, шампуней и так далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и когда я уже добавила все VIP-привилегии, я нажимаю обязательно «Выбрать». После того, как я нажала «Выбрать», обязательно нужно нажать кнопочку «Применить изменения». Все, что вы заказали или удалили, оно никогда не сработает, если вы не нажмете вот эту вот кнопочку. Обязательно ее нажимайте всегда. Ну что ж, оно у нас с вами все перезагрузилось. И мы с вами сейчас посмотрим еще и новинки для VIP-консультантов, которые идут с уровня VIP-9. Вот они у нас с вами открылись. Значит, у нас с вами новинка – это концентрированный стиральный порошок «Альпийские луга», «Морозный день», да, то есть классные новинки, парфюмерная вода «Урбан», да, то есть артикул. Вот, вот я их уже все могу взять. Далее, значит, база под макияж губ, средства для макияжа глаз, средство для макияжа глаз, да, то есть вот как здорово. Далее, значит, палета теней для век, сила нежности. Не более 50 можно брать. Ультрачерная тушь для ресниц, бесконечный объем, очень интересно. Пудра для лица. Далее, значит, сияющая база под макияж. Далее идут новинки лаков для ногтей. Их тоже можно взять, да, то есть по одному, по два, по три. Вы можете брать сколько вам захочется, но не более 50, да. То есть я могу взять, допустим, концентрированный стиральный порошок, 50 штук, альпийские луга, но больше я ничего добавить не смогу. Да, то есть все это я выбрала и нажимаю выбор.
После того, как я нажала выбор, обязательно кнопочка «Применить изменения». Применяю изменения. Вот. И последнее, что бы мне вам хотелось показать, это то, что еще есть один раздел, это выбор упаковки. Вот, тут идут полиэтиленовые бумажные пакеты, но пакеты, они идут биоразлагаемые, экологически чистые, поэтому, если вам что-то хочется или вы что-то заказываете на подарок, то, в принципе, очень классно что-то тут заказать, да, какую-то упаковочку, очень даже удобный такой раздел. Ну что ж, все мы с вами заказали, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги. Была бы рада вам полезной.